Всем-всем-всем, добрый день. У нас время 11:30. Встали мы сегодня, еще 8 не было со света. Ну, ребята встали в 9 часу уже. Минут 15, наверное, или 29, потому что пришли сегодня с детской поликлиники. Пришли медсестры ставить прививки. Сегодня у меня моим шестерым детям поставили этот манту. Поэтому вот так вот. Сейчас в целом, что будем заниматься? Будем садить картошку. И надо кушать, что-то еще сварить. Поставлю суп, наверное, сварю. Из рыбной консервы. Рыбу уже достала и хочу с тушенкой что-то сделать. Ну, может, макарошки с тушенкой сделаю. Так что, оставайтесь с нами. Я картошку. А ты навоз таскаешь? Ямки копаешь? Гохка? Егор? Он сказал. Что делаете? Играем. Ваня, что делаешь? Ваня. Мне который. Я быстрее смыл. Ваня, дождик идет. Дождик идет. Маленький дождик идет. Ну идет же. Нам сегодня прививки ставили, да, нам? Сегодня. Ванечка, ставили, да? Дай тебе пуговку, да, ставили? Она в оксане ничего не делает. Ванечка, дождик идет. Бегом пошли на веранду. Нет. Все на веранду, бегом. На веранду все. На веранду все, Ваня, давай беги. Беги, бегом. Да, сейчас лягушки все попнут. И комары уже летают. Все промокнет. Всем-всем привет! Поздоровайтесь! Привет. Дети играют в пристрой. Вы нас просили показать пристрой. Вот наш пристрой. Прошу не обращать... Так, почему опять завалили? Вот так вот у нас пристрой. Но строить тут еще нам... Ого-го-го-го. Тут у меня мука стоит, тут картошку мы садим. Не мы садим, а муж с сыном садит картошку. Я в это время занимаюсь готовкой. Но в целом работа, ребята, окна нету вообще, потолка, как вы видите, нету, сразу крыша идет у нас и обделки. Многие спрашивают, что я хочу в этом пристрое сделать. Это будет одна комната, плюс вот здесь вот будет ограждение из фанеры стоять. Ну, это нам еще, видать, долго не сделаем мы. И будет в этом углу у нас есть для... Ну-ка, тихо. Для канализации труба уже все сделано. Будет туалет, а здесь будет прихожка для одежды раздеваться. Ну вот в целом вот так вот. Да, Ваня? Ваня тут бесится. Нам какие-то девочки, видать, подписчицы наши, забросили опять пакет. Там были... Ну-ка так не делай. Там были эти мыльные пузыри. И вот видите, что Ваня делает. Я вообще им не покупаю мыльные пузыри. Редкий случай. Да, и они почти все уже их закончили. И там плюс одежда была, цветная бумага. Девочки, спасибо, конечно, но больше так не делайте, я вас прошу. Не надо, вы свои деньги тратите вот на это, не надо. Мне от этого очень неудобно становится. Да, ну зато Ваня счастливый, да, Ваня? Ваня, ты счастливый? Да. Да, ну ладно, играйте. Я поставила тесто. А Ваня счастлива. Ты видел, Влад, как он пузыри все распекачивает? Смотри, что делает, смотри. Вот так вот они играют. Ребята, мы идем с почты. Я забрала от Леврана косметику. Скоро вы увидите обзор, но не в этом. Мы купили также немножко вкусняшек. И сегодня будем окрошку делать. Мужчина у меня картошку садит, я не могу. У меня отнимается спина. Это вообще какой-то ужас. Я не нагнуться, ничего потом не могу. Спать потом не могу. Мне больно повернуться. Мешки тут потягала на второй ярус. И все. И спина моя и крындец. Сегодня уже пообедали. У нас время 2 часа. Ну, мы чем сегодня обедали? Гречку с рисом делала в духовке, с овощами и с фрикадельками. Все это в перемешку. Вкусно было, да, Света? Света идет такая, ну, лимон, цена маму.
И вот сейчас купили вкусняшек немножко. Сегодня окрошку еще делать будем, поставим. Сейчас яички варить, картошку будем все нарезать, все делать и готовить. Пока мужчина картошку садит. У нас хорошо сегодня на улице, погода хорошая. Вчера целый день дожди. Вообще просто ужас был. И нам написали, в какой вы дыре живете. У нас не дыра, ребята. У нас свежий воздух. У нас нет заводов. К нам приезжают многие сплавляться. На скалы подниматься. Вот кто ездил, некоторые даже подписчики есть у меня, которые ездят на сплав. Они в Березняках живут. Вам привет. Я не знаю, какая у нас красота. Что, ребята там выглядывают уже? Сейчас, подожди, Света, пока не открывай дверь. Между дверью там, сейчас я вам покажу, где они находятся. Смотрите, как они... Отойди, Свет, подожди, не открывай. Вот так вот они подглядывают. Ой, заходи. Да. Там косметика пришла. Так, пока гуляйте, мы сейчас чай приготовим и дадим потом вам. Ой, кися там на крышке сидит. На крыше сидит. Да вкусняшки потом дадим, позовем. Так, гуляем. Мы сейчас приготовим, потом позовем вас. А пока гуляем. Домой зайдете, буду ругаться. Белье у меня висит, сохнет. Ой, как птички. Классно, да, Света, чирикают? Особенно утром встаешь, а птички чирикают. Мужчины, видимо, отдыхают. У меня, видите, сколько уже посадили. Ну, видать, отдыхают. Да. Я видела дятела. Дятел? Да, ну, ну, вот так вот. Ребята катаются. Ладно, а мы пошли распаковку снимать. Да. Так, ребят, тут у меня от рукодельной подруги тоже посылка пришла, но я ее отдельно засниму. В целом, что купила? Сегодня будем окрошку делать. Купила лук зеленый. Купила шариков целую кучу. Тут 10 штук. Вот такие вот разные шарики. Потом мужу понравился покровский хлеб. Дарница взяла ему. Себе взяла бородинский. Обожаю, ребят, бородинский хлеб. Просто... Потом немножко взяли рулетик, пока наше тесто поднимается. Сейчас маленькие попьют с чаем. Также лук и укропчик. И посылки сейчас буду скоро распаковывать. Это пришла посылка от рукодельной подруги, от Дорошенко, по-моему. Да, Дорошенко Людмилы. И я оставлю ссылочку в контактах, дорогие друзья. Она сейчас распродает вышивки. Поэтому проходите, кому если что-то надо, то покупайте. Ну вот, мне пришел сюрприз. Дорогие друзья, у нас уже вечер. У меня поднялось вот так вот тесто. Я сейчас буду заниматься булочками. Решила сегодня попробовать сделать с маком и с кокосовой стружкой. Ну, тут, правда, ее мало, но немножко хватит. В целом, никогда раньше не пробовала. Позвонила Ирине, у нее есть свой канал, ее Ирина и моя большая семья называется, ссылочку оставлю в описании, проходите, смотрите, они очень часто пекут с маком. Ну, а я никогда раньше мак почему-то не брала в еду, чтобы в выпечку ложить, ну, вот в этот раз попробуем. Ну, а так обычные будем еще булочки тоже делать. В целом, буду сейчас выпекать и потом покажу, что у меня получилось. Дорогие друзья, пеку булочки. С кокосом уже почти все булочки съели. Но вот видите, светленький это с кокосом, а вот это вот с маком. С кокосом детям понравилось. Ну и у меня чуть-чуть было кокоса, я совсем чуть-чуть его ложила. Поэтому вот так вот. И вот с маком тоже стряпаю. С маком дети еще не пробовали. Будем смотреть, что у них, какие им больше понравятся. И потом такие буду всегда выпекать. Ну вот такие вот у меня булочки получаются в целом. Тут я уже наделала еще, и тесто еще стоит, и выпекается еще. Будем стряпать. Дорогие друзья, я все стряпаю, дети все кушают, но не успеваю заснять, да? Короче, напекла вот с маком здесь, с кокосовой стружкой и обычный вот тазик. Тут у меня еще допекать надо, еще в духовке стоит. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какую вы предпочли бы
начинку. Вот кокосовую, маковую или обычные сладкие. Буду очень ждать ваших комментариев. Ну, а мы пошли чай пить. Ребята, у нас вечер. Мы приготовили крошку, все сидят, кушают. Я допекаю булочки. Сегодня получила косметику от Леврана. Обязательно скоро будет обзор, но, скорее всего, завтра или послезавтра выйдет. Ну, на днях, короче говоря, засниму и буду ее испытывать. Ну, вот то, что мы уже попробовали, это напиток. Ну, на любителей, потому что там есть имбирь. Я имбирь вообще не люблю. Ну, и он так на любителя. Ну, пить можно. Ну, там, видите, то, что хорошо, нету сахара и нету калорий, поэтому буду пить. Ладно, вот такой вот, ребята, у нас был день. Если вам понравилось, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам пальчик вверх. Ну и всем пока-пока!